Сильный снегопад, накрывший Астану, буквально парализовал город. За минувшие выходные произошло более 200 ДТП. Улицы засыпало снегом, а ситуация на дорогах продолжается оставаться напряженной. Передвижение как пешеходам, так и автомобилистам затрудняют сугробы. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. О снежном коллапсе в столице в репортаже Асимжан Жузбаевой. Снегопад обрушился на Астану, вызвав 10-бальные пробки. Жители столицы с трудом добирались до работы, а школьники до учебных заведений. Несмотря на погодные условия, обучение продолжается в обычном формате, без перехода на дистанционную форму. Вечером ситуация может повториться. Ожидается, что астанчане вновь столкнутся с заторами на дорогах из-за продолжающегося снегопада. Тем не менее, коммунальные службы работают, не покладая рук, чтобы освободить город от снежного плена. Более 1300 единиц спецтехники и свыше 2400 рабочих вышли на улицы столицы. В первую очередь очищаются дороги с интенсивным движением, затем площади, тротуары и подъезды к социальным объектам. На республиканских трассах ситуация под контролем, хотя в некоторых областях в выходные временно вводились ограничения движения. В это время из снежного капкана удалось извлечь порядка 20 машин. На данный момент в республиканских дорогах по зимнему содержанию автодорог задействовано порядка 740 спецтехники, в том числе 1800 дорожников. За прошлые выходные в нескольких областях у нас были закрыты дороги. Это в Акмолинской, Карагандинской, Кустанайской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской, в том числе Житосузской. На данный момент все дороги открыты. По данным синоптиков, снег и метель в Астане продолжатся. Ожидается температура воздуха до минус 10 градусов мороза. В связи с ухудшением погодных условий увеличилось и количество аварий, поэтому полицейские призывают водителей соблюдать максимальную осторожность. За прошедшие выходные на дорогах столицы зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий. В связи с чем призываем водителей быть максимально внимательными, соблюдать установленный скоростной режим и держать безопасную дистанцию. Рекомендуем заранее снижать скорость при приближении к перекресткам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, а также избегать резких маневров. Особая осторожность требуется и от пешеходов. При переходе дороги обязательно убедитесь в полной остановке всех автомобилей. По данным КАЦГИДРОМЕДА, неустойчивая погода с осадками в виде снега и дождя сохранится практически на всей территории страны. В северных, восточных и центральных регионах прогнозируются метели, гололед и порывистый ветер. На юге и юго-востоке страны возможны сильные снегопады и дожди, особенно в горных районах. Асимжан Жузбаева, Нурлан Атиген, Дастан Темирбекулы, телеканал Алматы, Астана.